parole aux représentants de la Fédération de Russie. Благодарю вас, господин министр. Выражаем признательность Бельгии за инициативу проведения сегодняшнего заседания. Благодарим также Его Величество за сильное и вдохновляющее выступление и за те усилия, которые предпринимает Королевская Чета по защите детей. Благодарим генерального секретаря и приглашенных докладчиков за вклад в сегодняшнюю дискуссию. Тема защиты детей является одной из важнейших для России. Придаем большое значение деятельности рабочей группы Совета Безопасности по детям и вооруженному конфликту. Это уникальный механизм, который сейчас возглавляется Бельгией, уже на протяжении 15 лет способствует более эффективной защите детей в конфликте, привлечению к ответственности за нарушения и предотвращению насилия в будущем. В различных странах мира, охваченных вооруженным противостоянием, дети продолжают сталкиваться с жестоким насилием. Террористы не чураются использовать в своих рядах даже малолетних детей. И проводимая ими систематическая вербовка несовершеннолетних, лишение их доступа к образованию и насилие вовсе стали обыденностью. Мириться с такой ситуацией международное сообщество не должно. Заложниками преступной деятельности террористов являются даже их собственные семьи, их жены и дети, которые подвергаются, в свою очередь, со стороны общества стигматизации и дискриминации. Все дети, попавшие в этот чудовищный водоворот, не должны отвергаться обществом. Они имеют право и должны стать снова его полноправными членами. Их реабилитация и реинтеграция являются сегодня важнейшим аспектом проблематики детей и вооруженного конфликта. Это именно та область, где могут успешно и эффективно взаимодействовать, дополняя усилия друг друга, государственные структуры, гражданское общество и международные организации. Россия понимает всю важность реинтеграции детей, затронутых конфликтом. Приоритетом для нас здесь являются наши граждане, конечно, волею судеб, оказавшиеся в сложной ситуации. С 2018 года Россия предпринимает все меры по возвращению российских детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии, а также их дальнейшей реабилитации. Многие из этих несовершеннолетних оказались в тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГИЛ. Из Ирака и Сирии уже удалось вывести более 150 российских детей. Буквально на днях российский уполномоченный по правам ребенка вывезла из лагеря беженцев Аль-Хоуль 26 детей. Еще 9 детей будут вывезены на родину в самое ближайшее время. И эта работа продолжается. Сегодня целый ряд государств, охваченных вооруженным конфликтом, предпринимает значительные усилия на данном направлении. Их положительный пример должен вдохновлять других. Вместе с тем, они нуждаются, я имею в виду эти государства, поддержки со стороны международного сообщества в рамках уважительного и конструктивного диалога и при безусловном соблюдении принципов государственного суверенитета. Разработанная спецпредставителем Гамбой по просьбе Совета Безопасности добровольное практическое руководство должно стать существенным подспорьем государствам и самой организации ООН как в решении проблем реинтеграции, так и в целом в учете вопросов защиты детей в процессе урегулирования конфликтов и постконфликтного восстановления. Надеемся, что с этим новым инструментом примеров удачной реинтеграции детей-комбатантов, улучшения положения детей в конфликте и укрепления их защиты в целом будет гораздо больше. В свою очередь, наша общая работа в Совете Безопасности
должна способствовать прогрессу на этом направлении в интересах детей и нашего будущего. Я благодарю вас, господин председатель. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour sa déclaration. Je passe la parole à présent.